Я бы на сегодняшний день разделил рынок торговли строительными материалами Петербурга на две части. Это сегмент DIY, то есть сети, которые ориентированы на розничного покупателя, в основном акцентируются на отделочных материалах. И, скажем так, рынок для профессионалов, его можно назвать B2B. То есть это компании, которые работают на строительные бригады, строительные организации небольшие, ну и большего размера, прорабов и так далее. Конечно же, есть лидеры, есть аутсайдеры, но, опять-таки, есть крупные там западные сети, их нам можно назвать в рамках России там федеральными сетями, такие как Леруа Мерлен, Косторама, Караут. Эти компании с значительным запасом прочности, и, в общем-то, заходя на рынок петербургский, в частности, Леруа Мерлен, они спокойно опускают цены и, в общем-то, борются за долю рынка. Доля рынка западных компаний, по нашим оценкам, где-то порядка 70%, но я говорю именно про сегмент DIY. А западные компании еще не широко представлены в сегменте профессионалов, то есть B2B. И здесь мы, скорее всего, ожидаем, что они обратят взор на эту долю рынка и рано или поздно пойдут сюда. Конъюнктура, безусловно, изменится рынка. Почему? Потому что усиливающаяся конкуренция в формате DIY, она, в общем-то, подтолкнет сети посмотреть на либо региональное развитие, либо на формат B2B, в котором мы там концентрируемся. Это значит, что нам придется еще сильнее концентрироваться на своем покупателе и делать там более широкий спектр услуг, более там удобный ассортимент для нашего покупателя.